Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился с премьером Бениамином Нетаньяху во время своего недолгого визита в Израиль и некоторые другие страны ближневосточного региона. Ваш визит происходит в тревожное время. В последние недели израильтяне подвергаются атакам. Их убивают пулями, ножами и даже топорами. Нападения на израильских военных и простых израильтян совершают палестинцы. В основном они вооружены ножами, но иногда в ход идет огнестрельное оружие. Кроме того, в ходе нескольких атак палестинцы врезались в людей на автомобилях. В результате нападений погибло 8 израильтян. При этом в момент атак военные и силы правопорядка застрелили 46 палестинцев. Как предполагается, волну насилия спровоцировало недовольство палестинцев тем, что израильтяне якобы все чаще стали посещать храмовую гору в Иерусалиме. На ней находится мечеть Аль-Акса, третья святыня ислама. Туда в течение многих веков было запрещено приходить немусульманам. Мечеть и другие мусульманские святыни Иерусалима, согласно договору 1994 года, находятся на попечении Иордании. Пан Ги Мун сказал, что намерен встретиться также с иорданскими властями. Я жду возможности обсудить с вами вопрос того, как сохранить статус-кво в соответствии с договором между Израилем и Иорданией и с особой ролью Иордании как попечителя. Между тем, нападения палестинцев в Израиле продолжаются. Так, во вторник были совершены две атаки с ножами на израильских военных. Трое нападавших палестинцев были застрелены. Кроме того, периодически вспыхивают беспорядки в палестинских городах на западном берегу реки Иордан. Молодые люди начинают атаковать и забрасывать камнями израильских солдат. В ходе недавнего подобного конфликта в городе Вифлеем военные застрелили одного палестинца.